Камай – базовая стойка в айкидо Йошинкан. Минги Камая – правосторонняя стойка. Хидари Камая – левосторонняя стойка. Чтобы стать в правостороннюю стойку, боец делает скользящий шаг правой ногой, одновременно поднимая правую руку до уровня груди, а левую руку – до уровня пояса. Передняя нога согнута в колени, и колено находится над пальцами ноги. Левая нога выпрямлена и составляет прямую линию с расправленной спиной. Ступни полностью стоят на татами и развернуты пальцами наружу. Расстояние между ступнями равно длине голени бойца. Центральная линия проходит через середину ступни правой ноги и середину пятки левой. Таз развернут перпендикулярно линии направления. Плечевой пояс расслаблен. Центр тяжести смещен на правую ногу. Верхняя рука немного согнута в локте. Пальцы обеих рук разведены в стороны, вертикальной плоскости и напряжены. Ладони находятся на центральной вертикальной линии. Расстояние от запястья нижней руки до пояса равно одному кулаку. Такое положение облегчает захват за запястье во время обучения. Верхняя рука выносится вперед на уровне груди. Положение рук повторяет стойку с самурайским мечом, катаной. Голова поднята и взгляд устремлен вперед. Левая стойка исполняется аналогичным образом.